Василий Николаевич Лихачев – профессор, политический деятель и ученый. За свою жизнь успел поработать преподавателем Национальной школы права Республики Гвинея-Бисау, а также в Университете Республики Мадагаскар. Окончил Казанский федеральный университет, и память о нем хранится в стенах Альма-Матер до сих пор. Аудитория номер 338 была отремонтирована и теперь носит гордое имя Василия Николаевича. Надеюсь, что вот сегодня те гости, которые присутствуют в аудитории, которая посвящена Василию Николаевичу Лихачеву, имени Василия Николаевича Лихачева, это не просто дань памяти нашему великому земляку, не просто дань памяти ученому, государственному деятелю, но это действительно вот тот формат, который позволяет всегда помнить о человеке, потому что вот отдельные какие-то такие фразы, даже аудитории, они напоминают о том, что вот здесь, в стенах Казанского университета, жил, творил действительно великий человек, великий государственный деятель и великий педагог. Проникнуться атмосферой памяти к профессору, правоведу и просто замечательному человеку пришли студенты и преподаватели. Каждый выступающий говорил искренне, от сердца, открывая слушателям не только профессиональную часть его жизни, но и личную, зачастую недоступную для людей. Но у нас раньше была 326-я, так приятно все это видеть. Какое-то волнение охватывает, в молодость свою возвращаешься. Меня пригласили на научную, я хотела сначала говорить о его там, ну, о нем как о ученом, но поняла, что присутствующие здесь приглашенные люди, они лучше знают его как ученого. Я его знаю больше как супруга, как однокурсница. Конференция проходила при поддержке Казанского федерального университета и Дипломатической академии МИД России, чтобы почтить память великого ученого и политического деятеля. На нее пригласили тех, кто работал и учился с Василием Николаевичем, чтобы рассказать новому поколению обо всех его заслугах. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз.